таким важным событием, вторым, вернее, по важности событиям на наших территориях, в частности, на территории России, земледелие, адаптивных изменений в его хозяйстве, понятная ситуация, то есть люди вроде как жили, раз могилы оставляли, да, убирали и так. Это корова у нас вот бизона, бык, вернее, бизона X. А это первое. С поделями, которые археологи, которые это изучали. И в этом году, вот, начали. Кость. Значит, проведя анализ ДНК из многих костей, можно последние, исследования велось давно, а появились они последние месяцы. Там вместе два жили. Это изучено довольно много костей. Это пещеры в Пермском. Вот был в Калмыкии, там просто работал с археологами. И было понятно, раз коровы и овцы идут с человеком, значит, они были главными для него. Жило две группы разных людей. Это так называемая явная культура, вот, и все. Значит, а курганов много, разного. Пока ничего, потому что мы сейчас... Вместо денег нет или кого-то нет материала, чтобы изучить, имея деньги. По бизону